Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2016 года утверждены критерии оценки качества медицинской помощи. Подробнее об этом рассказала Ольга Горбунова, заместитель Артемовского городского прокурора, советник юстиции. Новые критерии оценки качества медицинской помощи применяются при оказании медицинской помощи в медицинских и иных организациях, которые осуществляют медицинскую деятельность, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. Критерии качества применяются в целях оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата. По сравнению с прежним приказом, новый документ более развернутый. Теперь критерии качества детализированы не только по условиям оказания медпомощи, то есть в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и стационарных условиях, но и по группам заболеваний. Так, для того, чтобы оценить качество оказания помощи медперсоналам, больные должны ответить на ряд вопросов. Выполнено ли то или иное обследование, провел ли врач осмотр пациента, взял ли кровь на анализ и тому подобное. Такие критерии представлены таблицами с наборами вопросов, предполагающих ответы «да» или «нет».